нижний профилировщик, верхний профилировщик. Видишь, подача идет. Мы ставим сюда, дальше все идет в автомате. Да. Там клей запасной у нас стоит. На каждом рабочем месте пути управления. Центральный пульт на всех клеях. Чтобы если что, можно было остановить. Какой размер катаетесь, Саша? Какой размер катаетесь? 150. Да. Вот столы, видишь? Вот у нас подготовленные столы, они совершенно разные под любой набор. Была разная ваза, поэтому разбирали. Под любой размер, вот то, что я говорю, фанерные, вот они. То же самое готовили. Трапеция, вот у нас вот они. Шубки в белых костюмах. Они держат трапецию и резут, чтобы там отдельно. Для кровли, когда кровлю делаем, складываем, знаешь ли? Да. Вот запрет. Ну, запрет я не убираю. Вот ручной труд везде. Здорово. Пойдем. Тоже пульт управления здесь, который этот узел задействует. Укладка добиваем, да. Надо, чтобы качество добивать. Плюс лыжи стоят, добивать. А ролики лыжи, чтобы идеальное качество добивать. Это мы уже корейцам показали, они говорят, блядь, мы не догадались, мы догадались. С роликами полностью уже. Да, прижим, боковой прижим. И боковой, и верхний. Идеало добивается, чтобы качество было. В смысле, вот эти верхние ролики, да, которые принимают в атмосферу. А дальше там лыжи стоят, боковые. Смотри, можно смотреть, это сами делали. Это корейцы. Но у них мы стали брать клеевой, сами делали. В смысле, сами здесь. Да, да. Сюда вставать можно? Да? Сюда вставать можно посмотреть? Да, можно. Равномерно. А? Равномерно, говорю, чей клей? Ну, Хансман работает, да? На нанотех. Сегодня нанотех. В смысле, он разный поставщиков. Нет, ну мы сейчас тут, сейчас мы будем на нанотех. Все предложения у нас больше, чем у нас в подрезке. Пойдем дальше. Вот смотри, вспенивание пронесло, и все, такое пресс заготовлено клей. Во времени все. Сюда подойди. Видишь, на нем все основные параметры. Едет стена, скорость 4, максимум 13 разгоняется пресс. Линия у нас до 13. Ну, потребности нет, мы гоняем 4-5. Если толстый, конечно, поменьше. Но вообще 350-ю мы выгоняли. Все спектры практически проработали. Параметры задали, поехали, включили все здесь, центрального пульта. Пойдем в пресс. Пресс, смотри. Все автоматически опять. Там на пульте выставляется любой размер. Крыли мы его все как положено. Он подогревается. 20 метров пресс. Сам пресс, как терпилер. Немецкий, корейцы его нам ставили, сразу говорят, что он.
Вот, я про пресс говорил, 20 метров. Да. А, про пресс, да. А ты говорил линия... про робор. Да. Ну, я тебе говорю, что у нас тоже 20 метров. Да. А линия это 200 метров. Ну, все правильно, у вас аналог итальянской линии. А что он смотрит? Это отдел контроля. Да? Отдел. То есть он смотрит замки или что? Он смотрит, во-первых, вата, размеры, чтобы не выпирало. Там же стоят лыжи. То есть везде идет. Вот сейчас будет выход УТК. Выпуск уже на выходе. Вот здесь смотрит УТК, вот здесь тоже смотрит. Ага. Сейчас. Здесь видишь, у него задано сегодня какие длины, сколько чего. Все, у него никуда не лезет. Он задал, все в автомате отпиливается. Дальше уходит, он, видишь, в автомате передается, штабилируется, и здесь в автомате выходит. Еще перепроверяет, да, еще размеры? Конечно, геометрию смотрит, там и смотрит. Попила пошла работать, да? Сосочки взяли и понесли. И кинули, и сразу пойдет на вопрос. Качество все идеально. А этот-то что отбраковали? Это технологичка, хвост какой-то. А, хвост, да? Конечно. Понял. Это ламели пойдут еще раз, металл, все пиздец. Все, смотри дальше, что будет. Сейчас пойдет на упаковку. Пойдет на упаковку. Полностью автоматизировано. Все полностью. Да. Бирочку осталось приклеить и упаковать. Сейчас она все сделает. Определенные, но то есть они там где-то запасы. Да не, мы уже убрали все миру настроили. Пойдем, я тебе замки сейчас покажу. Ага. Все, пошли на выход. Ага. Упакованная панелька. Молодцы, то, что у вас вот здесь ОТК стоит, которая получается и ширину панели. Они и все полностью, да, они для себя смотрят, то есть у них постоянно же там какие-то моменты, они все для себя тычкуют, чтобы не было ни сбоев, ничего не перебоев. Обязательно. Каждый день отчетность, они же настраивают, обслуживание пресса идет. Все моменты. Ну так все четко. Все,
все, готовая пачка. Сколько максимально получается метров длина панели? 16. Ну, 16 уже не увезешь, да? Там? Все, что ваш транспорт, это... Вон замок сейчас тебе попросил, покажет. Все, тут тарелочка закрывается и готовая продукция. И мостовым уносится, да, вон туда на площадку? Кара, мостовой, без разницы. У нас здесь кран, там кран, без разницы. А это вы тоже потом прессуете, как некондиционер? Нет, я думаю, без прессовки продаем некондиционер. Да? Забирают туда. А у тебя когда некондицию забирают? Некондицию когда забирают? Ну, сегодня или завтра. А штрипс? Штрипс человек должен подъехать. Сегодня? Мощно, хорошо у вас вас самое главное чистота, завод здоровья, что у нас машины вон моются.